корабль в движении. Это молоденький вертолет. Знаешь, он в Нордан, знаю, разговаривать не буду. Тут шипуется, правильно. Заходишь вот сюда, да. Когда передние колеса начинают... Производственное совещание. Мы в Иудейской пустыне, это район Мертвого моря, Нахаль-Хемар. Кирилл 4 на 4, одна машина, три ненормальных. После пятничного тяжелейшего маршрута на велосипеде. Ущелье неизвестного Нахаля. Очень красиво. Пашка, обычно слазят в обратной последовательности. Тому как ты зол. Проблемы, когда я залезал. Я уже чуть не улетел, кстати.